Снегоуборочная техника круглосуточно на улицах города. График работы составлен таким образом, чтобы жителям было максимально удобно. Днем расчищают парки, скверы и другие общественные территории. Ночью вывозят снег с площадей. Что касаемо проезжих частей, в первую очередь мы убираем там, где ходит общественный транспорт. Также песко-соляной смесью обрабатываются дороги и там, где не ходит общественный транспорт, то есть это основные магистрали. Также происходит уборка уже отработавшей ПСС, то есть шугу мы сметаем в сторону и после этого вывозим снег. На тротуарах у нас круглосуточно. Всю зиму сотрудники дирекции благоустройства работали на улицах города. После сильных снегопадов в декабре перепады температуры создали плотный прессованный лед, с которым в основном приходилось бороться вручную. Для уборки снежного покрова применяется и техника в полном объеме, и ручной труд. К снегу мы были готовы. Техника у нас находится на круглосуточном дежурстве. Техники хватает и на тротуары, и на проезжие части. Также у нас и заключены контракты со сторонними организациями. Подрядные организации на полную мощность работают, то есть все бригады у них задействованы. Так же, как и в дирекции благоустройства города, выведены на круглосуточное дежурство люди. Мы работаем в две смены и днем, и ночью. С основных улиц вывозят снег круглосуточно. Вывозят на полигоны для складирования снега в две точки за городом. Уборка продолжается непрерывно.